ваши аплодисменты. Мы торжественно открываем наш парк. 3500 квадратных метров детского счастья. Это почти как футбольное поле с лабиринтами, троллейной трассой и самым высоким в городе детским веревочным городком. Для малышей отдельные зоны с домиком, гигантский конструктор и песочница. Все это прямо внутри торгового центра. Символ парка – коала. Дети обожают этих милых животных. Хорошо время здесь будут проводить не только дети, но и родители, потому что для них есть вот такие удобные мешки, где можно лечь и смотреть, как ваши дети развлекаются. Нам все нравится, все аттракционы, все локации для детей, все очень интересно, дети в восторге, а мы, естественно, тоже. Просто я отдыхаю. Детей не знаю, я их потеряла. Серьезно. За детей в парке можно не переживать. На каждой площадке есть инструкторы, которые следят за безопасностью. На аттракционах маркировки, а на некоторые не пустят без шлема и экипировки. После активных развлечений можно провести отдых с пользой. В парке показывают научные и музыкальные шоу. Я теперь в полной амуниции, потому что мы пришли с вами в веревочный городок. Один из самых интересных и огромных аттракционов. 3 яруса развлечений. Вот я добрался до самого верха, это, видимо, для самых отчаянных. А я сейчас пройду по вот такому опасному лабиринту. Знаете, когда-то в детстве это была моя мечта. Потому что на самом деле ходить на такой высоте очень страшно. Мне больше понравились батуты, потому что на них можно прыгать. Полоса препятствий тоже понравилась, потому что она тоже захватывает эмоции и страшно, но весело. Только здесь был, ходил оттуда, вон там полазил, да здесь потанцевал. Это огромные классные батуты. Мне нравится, мне просто нравится, потому что это весело. И можно прыгать вообще высоко. Здесь можно прямо на батуте играть в волейбол. Огромная сетка натянута и много-много-много участников. Тестируем по-настоящему зимний аттракцион. Это горка, где можно скатиться на прыжке. Давайте, раз, два, три, поехали! Красноярский проект – это один из крупнейших наших проектов. Собственно, только в совокупности большого количества аттракционов, разнообразных, огромных, есть та прелесть крупного крытого парка развлечений, который дает столько эмоций и родителям, и детям. Семейный центр развлечений «Ванана Парк» в ТРЦ «Планета» приглашает детей и взрослых провести отличные выходные на захватывающих аттракционах. Веревочный парк, батуты, лабиринты, зона для малышей, семейное кафе, яркие дни рождения и много еще интересного в «Ванана Парк» в ТРЦ «Планета» на третьем этаже. «Ванана Парк» – здесь живет праздник.